Purple Sensation – это компактное неприхотливое растение с узкими ярко-зелеными листьями. Высота растения не превышает 30 см. Цветение наступает в середине весны, длится 2-3 недели. Соцветие образовано множеством небольших цветков глубокого фиолетового цвета, благодаря чему эффектно контрастирует с зеленой листвой. Компактный габитус делает гиацинт идеальным для горшков и садовых контейнеров. Растение отлично смотрится в групповых посадках, цветниках, бордюрах. Гиацинт садовый пепл Sensation – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Гиацинт прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола гиацинт садовый пепл Sensation можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гиацинты прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гиацинт садовый пепл Sensation в месяц май-апрель. Цветы имеют сильный аромат. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что гиацинт садовый пепл Sensation самоопыляемый обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.